В честь Дня Победы сочинцы пробежали символически 1945 метров по лесным тропам. В рамках военно-патриотической акции «Наша победа» любой желающий мог принять участие в соревнованиях по кросс-походу и трейл-гонкам по пересеченной местности. В долине реки Агура участникам предложили на выбор три дистанции – индивидуальные забеги на 1945 метров и 9 километров, а также командный забег на 73 километра. Отметить праздник можно по-разному. Можно накрыть стол, поднять маленький бокал с большим чувством, а можно сделать просто такое хорошее мероприятие на свежем воздухе, приблизить максимально к боевой обстановке. То есть не гладкий бег по стадиону сделать, а вот именно такой настоящий трейл, именно с испытанием там, с бродами, с подъемами, спусками. Присоединиться к акции решили 500 участников. Это ученики сочинских школ, воспитанники спортивных секций, казаки, представители правоохранительных структур, общественных организаций, спортивных клубов. Среди них есть и гости из Красноярского края, Санкт-Петербурга, Калининграда, Саратова, Пензы, Туапсе и Северска. Мы сразу для себя приняли решение о том, что мы обязаны здесь быть. И мы с большим удовольствием второй год приезжаем сюда, в Сочи. Это тоже дорогого стоит, когда приходят сюда целыми семьями. Вот. И это будущее этого марафона. В программе гонки «Наша победа» помимо спортивной составляющей запланировали и встречу с ветеранами, фотовыставку, концерт военной песни. Здесь же на финише работала полевая кухня. Свои умения продемонстрировали воспитанники городских военно-патриотических клубов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.